Окей. Даже за вторым шкафом в воздухе есть тайны, ну ладно. В принципе... В принципе, сейчас все по спидранчику. Да-да-да-да-да-да. Тут, конечно, не помню. А, вспомнил, где-то книжка. Так, ну это я читал. Ну все, мы поняли, поняли. Музыка хорошая. Песни тоже нифиговые. Да, пасхалка номер один найдена. Спасибочки. Так, мимо тебя прошли, поговорили, типа. Вот эту книжку, типа, прочитали. Я сейчас просто галопом по Европам. Типа, смотрели, ничего нету. Яблочко взяли, и т.д. Эту книгу прочитали. Это стыбзили, вышли. И т.д. и т.п. Какая-то хрень мимо моего фейса пролетела, все нормально. Это не открывается, там типа были. А. Меч типа взяли. Ай, господи. И теперь как нормальные люди попасть на эту ловушку. Ох, типа плохо. Ой, как херово мне. О нет, какие-то страшные звуки. О нет, оно следит за мной. О нет, страх-то какой. О нет. О нет, о нет, я горю, я долго горю. Я очень долго горю. Да. Писец. О нет, я в какой-то комнате. Ух ты, чё ж тут делать-то надо? Ладно. Использую решение как качестве подсказки, но только в том случае, если вы не смогли справиться с заданием. Ладно, бухнем в таком состоянии. В чем подвох, то что вот это вот быстро надо пронажимать, а ну, наверное, не нажимается. Блин. И бутылка завалилась.
Блин, мне надо то, что как бы все время в этом на авто. А, точно, у меня же есть это яйцо сраное. Оно же все время, если на любую поверхность, то оно как бы кликабельно. Ну ёптать. Зачем такую ебанутую загадку делать, а? Если ты, блин, то что у тебя 3 секунды сраных. И как ты эти за 3 секунды должен это сделать? Так, короче, не я тут, блядь, сделай. Ну, давайте это решим. Потом с той разберемся. Чего? Ты что, ебанулся, что ли? Второй этап готов, а первый ни хера не готов. Меня это уже бесит. Ну, почти 3 секунды, 2, можно сказать.
Я понял бы, если бы дали бы, допустим, одну стрелу, да? Типа вот впендюрили и остальное нажимать. А так, это что-то... У вас уже есть пасхальное письмо. Отлично. Здрасте. Хорошо. Ну, 5 АКЦ 2. Давай, да отпустите меня уже. Спасибо. Пасхальное письмо. Ну-ка, мы кое-что... все-таки написывали. Хасу. Опа. Пасхалка номер 6. Пасхалка номер 6. Найденная. Так. Хорошо. 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 Чё хорошо, фиг его знает. Знаете, что такое здоровье? Вотненько. Лифт активирован. О нет, лифт застрял. Ладно. Отлично. Ладно, наугад. Пойдем. Опаньки. Лифт опущен вниз. Железная шерсть. Чем она мне фига знает? Ну, будет что. Даже закоулки есть свои секреты. Хорошо. Лифт активирован. Хорошо.
Хорошо. Ну, Джеки Чан. Так. Дуб 5. Акация 2. Вот он дуб. Один, два, три, четыре, пять, один, два. И чё как бы? Ничего не происходит вообще. Акация 2, дуб 5. Два. Понимаю. Но тут же есть еще ель и березы. Они тут при чем? Фиг знает. Заяц бешеный. Что зайцы? Опаньки. Чё у нас? Две торпеды. Окей. Чтобы открыть все железные люки, нужно заглянуть под камин. А про какой он камин имеет в виду? Здравствуйте. Не понял. Камин. Все люки водоснабжения открыты. Окей. Окей. Я просто предполагаю то, что это надо сделать.
Ну, одну бутылку оставлю. Зачем мне надо было открывать силик водоснабжения? Фиг знает. Ну тут такого нет. Так. Слушай. А может быть тут тоже что-нибудь открылось? Или появилось наоборот? Ну-ка. Ладно. Где еще железные люки были? Трюшки. Ну и чё? Ничего. Хорошо. Не понимаю, что тут надо делать. Ну, типа вверх. Не хочет. Лифт активирован. Хорошо. Ладненько. Ага. Отлично. Таджики, суки, начали, блядь, работать. Пошло, блядь, поехало. Все, летать.